вас гости? Беги к родителям. Пусть заберут из дома все ценное и сматывайтесь отсюда. Понял? Вот молодец. Отдай это маме. А теперь беги. Что ты дал ему? Компенсацию. Будь здесь. И не вмешивайся, что бы ни случилось. Заткни уши. Что там такое, мать вашу? Гром какой или что? Молчать! Лето из Гулет. Рад видеть тебя живым и здоровым. Забавно. Второй раз за сегодня слышу эту ложь. Это не ложь. За живого я получу больше. И сколько же? Хватит, чтобы прикупить усадьбу в Ковере и жить там припеваючи до конца дней. Неплохо. Не каждому везет узнать цену за собственную голову. Большинство не хотят этого знать. Но зачем ты пришел? Решил облегчить мне жизнь? Да мы тут мимо проезжали. Я решил, наконец, взглянуть на славного Арна Вестера. Ты мне льстишь. Жаль, не выйдет познакомиться поближе. А что такое? Уже уезжаешь? Нет. Просто я тебя сейчас убью. Собрался меня убить? А ведь ты меня даже не знаешь. Нехорошо. Придется тебя за это наказать. Но убивать я тебя не буду. Просто отрежу тебе обе руки. Всем поотрезаю руки. Одному за другим. И культяшки будут вам до конца дней напоминать, как вы ошиблись. Поговорить с человеком не дал. Он меня спровоцировал. Против тебя мы ничего не имеем, но одно неверное движение и... И что? Кончишь, как он. Ну, что скажешь? Идите своей дорогой, а я пойду своей. Мудрый выбор. Голову его берите и поехали. Пора сваливать из этой дыры. Ничего вы не будете брать. Хотите доказательств? Возьмите медальон. Нам нужна голова. Ты один, а нас трое. Только пока я сюда добежал, Лето с болтом в груди завалил шестерых. Как думаешь, сколько у меня на вас уйдет времени? Бен, бери медальон. Пока бошку довезем, она сгниет еще. По коням! Двинулись! Зангвибарский яд. Что-то не так. Тут. Если бы не я, тебе отрезали бы голову. Ну вот ты и пригодился. Мог бы меня предупредить. Тогда б забавы не вышло. Это, блядь, что такое было? Не так громко, Геральт. Я только что воскрес. Кстати, зангвибарский яд еще может тебя убить. Антидот есть?
В сидельной сумке. Сейчас выпью и через пару дней буду как новый. Зачем ты все это устроил? Я говорил, что за мной гнались от самого Локмуинна. Их было много. Как-то раз я попал в засаду, едва не погиб. Тогда я решил, что с этим надо заканчивать. Раз и навсегда. Я разыскал банду Вестера и подкупил арбалетчика. Остальное ты знаешь. Ты не боялся, что он тебя обманет? Так же, как Людвиг? Пришлось рискнуть. Ну, мой план себя оправдал. Весть о том, что Лето из Гулеты теперь хладный труп, моментально разнесется повсюду. А мне остается исчезнуть. Ты мог бы переждать в Каэр Морхене. С твоими друзьями из Школы Волка? Нет, спасибо. Это плохо кончится. Скажи им, что тебя послал я, они поймут. Каэр Морхен, говоришь? Почему нет? Закончу кое-какие дела и отправлюсь туда. Тебе чем-нибудь помочь? Нет, спасибо, я сам справлюсь. В таком случае увидимся в Каэр Морхене. До свидания.